Всем привет, мои дорогие, с вами Кольнова Аня. Пока собиралась доснимать вот это все, что мне пришло еще больше. Да, давайте с вами начнем, значит, увеличу. Ну, во-первых, что пришло из новинок, это мочалка с кусочками мыла, клубника со сливками. Вкуснятина еще та, запах очень мега яркий, в красивой упаковочке. Артикул 910-523. Ну, я почему-то предвидела, что она мне понравится. Смотрите, какие классные тут кусочки мыла в форме сердечка, мыло мылится. Этой мочалкой можно пользоваться без мыла, как самостоятельное, да, когда мыло закончится, просто гель для душа, например, капать, да, ну или новые покупать. Мыло измыливается долго, судя по предыдущим, хватает реально надолго, поэтому классно, вообще здорово. Поэтому таких я штук заказала побольше, для того, чтобы всем в подарочек вкладывать на 8 марта. Я знаю, что это все разберут, уже предвижу то, что лучше запастись заранее, поэтому заказала побольше. Вот у меня тут отдельно стоит коробочка, и тут у меня как раз таки вот они, эти мыльца все, мочалочки, вот такая вот красота, много-много штук заказала, ну и, конечно, пока по акции, пока со скидкой, такие вот перышки заказала, тоже супер класс, отдельно такая вот у меня целая тут коробочка стоит с подарками, не, ну эту вскрытую я, понятно, уже дарить не буду, а все остальные вот у меня на подарочке, очень классно вложить. Далее, опять-таки, вот это наше клевое полотенце. Я уже его вам показывала, поэтому тут можете посмотреть, как оно и на голове, и не на голове. Артикул 910-449. Мы его уже протестировали, пару раз постирали и так далее. Поэтому этих полотенец я тоже взяла на подарок. Тут у меня тоже уже целая коробка отставлена. И вот это все полотенчики, как вы видите. Да? Ну, и еще вот эти, чтобы всем хватило на 8 марта. И Викиным воспитателям, и девочкам, с которыми я работаю, да, вот такая вот красота, целая коробка, всего побольше. Ну и далее у нас с вами идут БАДы, БАДок всяких разных, их еще прибавилось. Во-первых, ростки пшеницы, это я в прошлом обзоре, да, вам про них рассказывала, 157-68, вот еще одна штучка пришла. Вот, кстати, чек на 28 тысяч новенький, на 26 тысяч, такой вот здоровенный чек у меня пришел, у меня заказы не убавились. Очень хорошие БАДы Vision Support, это поддержка зрения называется, с артикулом 158-35, просто обалденный классный БАД. Ага, еще бы его открыть, да, столько вот там внутри, да, и вот такие вот БАДики хорошенькие. Вот, могу сказать, что у меня ушла полностью с этого БАДа расфокусировка зрения, я им очень довольна и рекомендую. Вот, сейчас мы этот БАД своей Викуське даем по одной штучке в день. Дальше Liver Support, поддержка печени обязательно, 158-42. Она нужна много для чего, например, если вы там переболели и попили антибиотики, это сильный удар на печень. Там, например, если человек там, ну, много употребляет чего-то вредного, например, там жирной еды или там, не знаю, алкоголь, не дай бог, да, то есть, ну, много чего вредного в жизни бывает. Дальше урокомплекс Woman. Это еще один Liver Support. Урокомплекс Woman. Он от воспаления любых, в принципе, женских урологических проблем. Тоже очень хорошая штука. 158-48. Ну, и чтобы их, например, не было. Это у меня масло кедровой живицы. Пептид 13. Раньше он назывался остеопротектор. В принципе, он остеопротектором и остался. Это у меня сейчас будет долго и упорно пить мой папулечка, которому 77 лет. Не свекра, а именно папулечка мой. Ему это обязательно надо. Артикул 158-27. Аннотация у него мега богатая. Он очень много что делает. Это такая вот новейшая новинка от Signum, от компании Чистоты, которая к нам присоединилась. В общем-то, вещь абсолютно шикарная. Так, дальше у меня тут опять макароны завалялись. Вот, я их сейчас буду сюда БАДы переставлять. Вот. И таким образом еще у нас появляется вот такая штука в наших фаворитах. Один раз я ее попробовала, просто нос помазала туда-сюда, ну, мне понравилось, хорошо. Но чтобы испробовать, должен же быть насморк, потому что это фитобальзам для кожи вокруг носа во время насморка. И могу вам сказать, что я в восторге. И потом я в чатах читала в наших продуктовых, что девочки даже детям мажут грудь и кашель даже проходит, да. Артикул 28-27. Классная такая штучка. Поэтому, когда я тот израсходовала, у меня был насморк, да, помните, я вам рассказывала. И когда я тот израсходовала, я сразу же заказала еще пару штучек. Здорово, вообще здорово. Повели вы ребенка в школу, у него такой аромат
звездочки, но от него не щиплет. Ну, хорошо как бы с ним, да, очень комфортно, очень приятный такой аромат у него. Вот, и плюс ко всему, вот повели ребенка в школу, пожалуйста, намажьте носик, и все будет здорово, да, то есть ребенок уже, может быть, даже ничего и не подцепит. Значит, тут в составе масло ши, миндальное масло и камфора, как вы видите, да, в составе. Вот, и они ухаживают за сухой кожей и также благотворно влияют на дыхательные пути. Получается эвкалипт, чайное дерево, эфирное масло, да, и листья корицы. То есть оно еще и идет как лечебное. Поэтому я прям, ну, в восторге от этого от всего. Поэтому заказала вот две штучки еще. На всякий случай пусть стоит, хлеба, как говорится, не просит. Можно и с утра носик перед школой смазывать. Обязательно про Биофул. Тут аннотация такая, знаете, бомбезная, огромная аннотация, да, то есть тут просто огромное количество, да, всяких веществ для тех, кто, допустим, хочет восстановить свою микрофлору, чувствовать себя лучше и так далее, да, просто посмотрите, какой богатый состав. Значит, артикул идет 158.05, называется Пробиофул, с превеликим удовольствием вот заказала, будем пить. Заказала, это опять ливер, печенка. Это опять печенка. В общем, заказала я побольше пробиофула. На самом деле, да, в прошлом я вам обзоре показывала, что заказала реально много. Просто тут оставила по две штучки. Я же не могу так взять и заказать, например, только себе. Я заказываю и мужу, и детям, и мамам, и папам. Далее, куинзим Q10 обязательно. Значит, артикул 158.37. Это срок жизни клетки. Это сердечная штука, очень хорошая. То есть поддерживает работу сердца и увеличивает срок жизни клетки. То есть это энергия на клеточном уровне. Очень хорошая вещь. Дальше, келп, это наш йод. Йод нужно, чтобы не было никакого гипотиреоза, нужно кушать каждый день. Далее, кальциум К2. Вот, кстати, недавно у нас был случай, у мамы сильно начали сводить ноги. И мы ей просто давали магний с кальцием по два раза в день. То есть, два кальция, два магния. Наш магний хелат, которого сейчас на лечении нет, кстати, ну, может, скоро появится уже. Ой, вы не представляете, как здорово. У нее все сразу отпускает в течение 20 минут. А так она прям ревела. То есть вот в интернете вычитали, что так надо пить. Начали ей поить. 157.61. Просто шикарно. Вот так. А, это еще один остео. Так, дальше, значит, побежали. Это ливер. Так, а тут все, вот это ряд ливер, по-моему, да? То есть ливера должно быть много у нас. Далее антистресс, несколько баночек с артикулом 158.44. Ну, он такой, знаете, классный, успокаивающий. Так, тут же эндокринная система мужская обязательно. Мы пропиваем 2-3 раза в год 158.54. У мужа появляется очень много энергии. Дальше, значит, заказала себе такой вот комплекс для поддержки костной ткани. Вот, взвесилась тут на весах Пикук, а мне сказали, у вас, говорит, костной ткани не хватает. Я позвонила врачу, а врач говорит, да, такое бывает, попей, попринимай, говорит, станет лучше. Вот 158.45 артикул, поддержка костной ткани. Особенно вот у нас, когда Валентина Афанасьевна руку сломала, ей мой врач сразу же эту поддержку костной ткани прописала. Вот, дальше, значит, селениум хелат. Да, то есть сейчас почва очень небогата селеном стала, поэтому его нужно принимать. 158.06.1. Отдельно живица, противовоспалительная, сердечная, в общем, тут омега есть и все. 158.62, классная штука. Реально помогает, если уже заболели, быстрее выздороветь. Если только начали болеть, можете и не разболеться. Вот, например, померзли на улице, 5 штук прибежали, выпили на голодный желудок. А лучше он на голодный желудок работает. 5 штук прибежали, выпили домой, уже можете не разболеться. Просто потерпите полчаса, не ешьте, если вы голодные. Дальше Energy Boom обязательно 157.27. Классный такой энергетик, суперски мягкий, сердцебиение не вызывает, с плодами гуараны. Энзи Пауэр. Очень зауважала эту штуку, когда нам про нее рассказал нутрициолог. 157.33. Сейчас его пропиваю частенько. И он хорошо помогает и от изжоги, и когда там в дни, когда переел, или какая-то тяжесть, или просто его попить. Потому что это ферменты. Да, это ферменты. Вот три штуки мне пришло, его я много не брала. Урокомплекс Woman я взяла побольше, как вы видите. И одну штучку, всего лишь одну штучку, я взяла Урокомплекс Мэн. У мужа у меня никогда никаких проблем не бывает, но мы пропьем на всякий случай. 40 лет такой возраст, ну, ему пока 37, но 40 лет такой возраст, что желательно просто для профилактики. Да? БАДы – это профилактика прежде всего. Антипаразит – тоже профилактика. Паразитов, конечно же, в первую очередь. Микроорганизмов, грибков, плесени, скрытых каких-то инфекций – это все антипаразит-комплекс 157-63. Дигидрокверцетин – сердце, сосуды.
волосы, ногти. Ну, в общем, ацеги, молодость. В общем, он недавно только выведен, но и он уже по всему миру известен. 157,90. Хорошая очень штука, сосудистая, хорошая. Ну и, в принципе, все. Первая коробочка сошла на нет. Сейчас с вами перейдем к такой вот второй коробочке. Во второй коробке у меня целая сборная солянка, если честно. Ну, во-первых, это пакеты. У нас очень часто пакеты заказывают. Они вообще заканчиваются. Почему я беру именно Faberlic? Потому что они биоразлагаемые, экологически чистые. 781-226 артикул у обычных пакетов и у увеличенных пакетов. 781-227. Такие классные пакеты, очень приятные. Ну, круче, чем предыдущие. Предыдущие были уж очень сильно яркими. Так, чай у меня тут антистресс завалялся. Тоже с очень шикарным составом. Артикул 156-67. Вот, кстати, недавно в чате опять начали спрашивать, а не вызывает ли он там сонливости у водителей? Мне кажется, что вызывает. Вот у меня вызывает. Поэтому будьте осторожны. Дальше еще один чек. Вот 34 тысячи рублей. Да, тут много-много-много-много всего. Так, что же у меня тут? Во-первых, смотрите, какая красота. Значит, я ребенку своему, ей скоро 11 лет, заказала такие вот трусики Faberlic размером XS. Ну, посмотрите, какие малюськи-харасюськи. Как я их называю? На нее они сели идеально, в попочку не впиваются. Все хорошо, носим. А значит, у бежевых артикул 504-549. Такая вот красотища. Вот. У черненьких артикул 504-537. Они полностью абсолютно одинаковые, просто разные цвета. То есть я и три разных цвета по две штучки взяла. И нам, в принципе, они вот понравились. Смотрите, какие тоже хорошенькие, маленькие. Уютненькие, удобненькие, великолепные, бесшовные, кстати, это белье, да, как вы видите. Все без шовчиков. То есть так вот, как будто бы проклеено чем-то или как-то вот. Так, значит, тоже размер XS 504-537. Так, следующие опять беленькие, черненькие. То есть у черненьких артикул сказала, у беленьких XS 504-543. Сели просто идеально, поэтому я еще закажу Викусе и не пойду в магазин. Так, это у нас тут USB-флеш-накопитель, если я его тут в коробке найду. Далее, очень понравились эти маски, хвалю, рекомендую, это круто. Кто еще не пробовал, кто еще себе не заказывал, я вам честно слово говорю, это бомба, как они хорошо за лицом ухаживают. Артикул 1384, гидрогелевая маска, коллагеновая, называется экспресс-преображение за 20 минут. Она идет с мгновенным преображающим эффектом, ну тут ее на мне увидите, да, интенсивно увлажняет, восстанавливает, разглаживает кожу, это все правда. Обалденно просто работает. Мне очень понравилось. И причем понравилось много кому. Недавно ее у 5 или 6 человек в сторисах видела в Телеграме. Значит, гидролизированный коллаген в составе маски оказывает омолаживающий, подтягивающий эффект, улучшает контуры лица, сокращает количество глубину морщин. А после применения маски кожа выглядит свежей, отдохнувшей, сияющей. Действительно так. Действительно так. И чем возраст больше, например, 30+, будет отлично. А 40+, уже будет обалденно. А 50+, вообще будет круто. Очень сильно заметно, понимаете, вообще здорово. Так, дальше я взяла патчи. Патчи, значит, первые это мои любимые самые патчи Океанум, артикул 0946. А эти увлажняющие с пролонгированным таким эффектом, если эти сразу действуют, то эти накапливают, да, то есть и вообще морщины стирают. Очень интересный у него эффект, я заметила, ну, отлично на моих глазах. 0916, эти розовенькие, эти зелененькие, 60 штучек в упаковке, то есть такой нормальный большой объем. Дальше спрей для поверхности с маслом Монарды. Ну, он полностью убивает, можно так сказать, всю плесень, поэтому мы не дожидаемся этой плесени. Но мне кажется, что места, где мы моемся, там, где сыро все время, все равно она бывает. Но и мы ее просто не замечаем в самом начале. Вот когда она уже приобретает какой-то цвет и форму, мы начинаем замечать и с ней бороться. Мы решили просто раз в неделю обрабатывать вот этой Монардой. 302,60. Это огромный враг именно плесени. Да, против плесени, против запахов, природная сила эфирного масла Монарды. Против плесневого налета нейтрализует неприятные запахи. Очень шикарная вещь. И нужная многим в доме, прям многим. Пятновыводитель, который мы добавляем в машину, 30.062 жидкий. Дальше шампунь мужа против перхоти 27.67. А мужу очень нравится этот шампунь. Раньше, помните, да, он все ноу-сноу пользовался, сейчас все, он перешел вот на этот вот эксперт. Дальше чистящий крем универсальный. Его, кстати, я заказала, по-моему, 10 штук. Мы хотим промыть всю квартиру, подоконники, все. Ну, пора прогенералить. А, кто-то генералит, да, в декабре, кто-то в конце января, но пора. Артикул 302, 50.
63. Надо все поскрести, по-хорошему прочистить. С этим светом все-таки проще, чем замачивать. Далее, бомбезная штука. Кто не пробовал, обязательно пробуйте хотя бы разочек. Не смотрите, что он дешево стоит. Он реально крутой. С ароматом цитрусового микса идет спрей для очищения ванн и душевых кабин. Он мягко, реально мягко очищает от известкового налета, следов воды, ржавчины. Не повреждает поверхности, защищает от повторных загрязнений. Очень удобно в душе набрызгал, в душевой, и там же и смыл. Вообще очень удобно. 30.091 артикул. Так, еще одна штука классная, которой мы очень много что протираем. Ну, например, даже кухонный гарнитур. Да, то есть он у нас глянцевый и частенько требует вот этого средства. То есть оно у нас так хорошо уходит. Спрей для очищения стекол и зеркал. 500 мл, артикул 30.048. Очень нравится. Конечно же, я заказала на подарок кружечки. Еще пока что не 8 марта, но на 8 марта мне захотелось вот еще такие штучки классные дарить. Очень мне понравилась идея. Вот это вот сердечко, да? Смотрите, какое хорошенькое. Ну просто сказка, ну просто чудо. Я не могу так отсвечивать, да, сильно? Ну-ка, если выключить, вот, давайте я выключу лампу, и мы с вами посмотрим вот так еще вживую на него, без лампы, да, ну, великолепно. Чай, если какой-то прозрачный, конечно, видно будет очень хорошо, молоко там, кофе, конечно, уже не будет видно. Ну, красота, еще та, не находите, вообще здорово, прям круто. Так, значит, это я разложу по коробочкам. Викуська уже одну такую себе забрала, без всяких объяснений пришла, говорит, ой, это мне, все, ушла, забрала. То есть у меня их тут, ну, реально много, да, то есть 2, 4, 6. Я уже несколько штук подарила и еще хочу несколько штук купить. Посудомойки, они ведут себя великолепно, кипяток наливается великолепно, то есть никаких претензий нету. Ну и поехали далее. Это у меня уже третья коробочка. Ну, во-первых, я заказала пару лопаток, мне и нужно было две. Но вы представляете, сейчас Faberlic Drive, вы почаще туда, дорогие вип-консультанты, заглядывайте. Faberlic Drive сейчас при заказе вот таких лопаток, одной штучки всего лишь, доставка бесплатная. Там много всяких акций. И я думаю, а что, я 150 рублей потрачу и на что-нибудь другое. Да, думаю, куплю лучше лопатку, чем за доставку платить. В общем, прикольная программа для випов. Дальше, у меня что-то под закончились полотенца, я хочу старые отправить в деревню к папе, у него там на тряпки, а эти полотенца повесить новенькие. Это у нас идет полотенце для лица Аквамарин, артикул 910-296. Но у меня первым полотенцем, ну вот, кто помнит, да, сколько лет назад вообще выпускалось первое полотенце. Так вот, с тех времен они у меня еще и лежат. Вот вы представляете просто? Это очень долго, и с ними, по идее, это как бы ничего не случилось, просто немножко поблекли. Значит, вот размер 50/70, 100% хлопок, они мягкие, они хорошо впитываются, ну и такой удобненький размерчик, можно так выразиться, да? То есть вот такой удобненький, небольшой размерчик. Такой он махровый, приятный такой, очень хорошо впитывает, в общем-то, мне понравилось. Вот, я поэтому возьму вот эти вот, а старые отправлю, то есть такая кучка. Взяла все-таки на пробу мыло, его не было в вип-новинках, а мне очень хотелось понять, попробовать, потому что иногда мои новички спрашивают, что это такое, а я как скажу, если я не знаю, да, поэтому я заказала. Запах просто обалденнейший, мне ужасно понравилось, прямо очень вкусно, вот этот кварцевый аромат, артикул 3371 у мыла, да, то есть такое вот оно прикольное. Аромат очень вкусный, приятный. Ну и так, знаете, какой-нибудь подарок сунуть, да, за однаким, когда вот собираешь пакет всего-всего побольше, то это тоже прикольно. Ну, конечно, не открытое. Взяла попробовать соль для ванн с пеной, да, тут вот увидите, какая она красоточка, артикул 3370. Классная пена, суперская пена, мне очень понравилась. Я брала 5 штучек, вот у меня 2 осталось. То есть я ее сначала попробовала. Далее, вот, значит, у меня тут чек 12 000 рублей. Угу. Кому нужно, ставьте на паузу, смотрите, читайте. Не буду там все перечитывать. Ну, во-первых, конечно же, 3 кардио саппорт. 70% скидка, артикул 158-41. Я кофеман, и, конечно же, кардио мне очень нужен и очень показан. Я его пью иногда на ночь с магнием. Очень хорошо работает, так спокойно спится хорошо. Дальше. Тушь Next Level. Тоже, кстати, взяла по купонам. Артикул 55-378. Тушь Next Level. Могу сказать, что это одна из моих любимейших тушей. Она просто обалденная. Тут вы тоже увидите, как она работает. Я ее тоже уже снимала, как вип-новинки. Шикарнейшая просто тушь, прям хвалю. Я взяла 5 таких вот укрепляющих бальзамов для волос. Это я зашла не в купоны, а в распродажу. Называется «Камелия». Они идут с маслом камелии, которое богато витаминами и жирными кислотами. Вот такой вот он густенький, хорошенький, не течет.
Очень у него такой сладкий, нежный сладкий аромат, там без кислинки, без горчинки, такой прям чисто сладкий, нежный такой аромат. Оно укрепляет полотно волос и придает им силу. Вот, бальзам с нежной текстурой вернет прядям здоровый внешний вид и блеск. То есть это не для кожи головы, а именно бальзам для волос, для всех типов волос. Так, дальше салфетки. Я взяла 10 штук, влажные дезодорирующие. Тоже распродажа была, 24,69. Мы находим, куда их девать. Дальше маски, тоже была распродажа, 82,12. Вот такая вот суперская маска с обалденно таким ярким ароматом, который не всем приятен, но я очень люблю этот аромат, мне она очень нравится. Вот, и, кстати, она была в распродаже остатки сладкие, поэтому я схватила 5 штучек ее. Обязательно 5 штучек, да, то есть вот они у меня тут все валяются, 5 штучек. Дальше я поняла, что у меня на 23 февраля даже нет мужских пакетиков, чтобы что-то подарить. Поэтому с артикулом 781-236 взяла такой вот пакетичек хорошенький, с ручками. Все равно что-то туда сложить, все равно как-то хочется. Дальше новинка тушь Glam Team Make Up Miss Curl. Это новейшая новинка. Да, сейчас вам в подробностях покажу, как она себя смотрит на глазах. Тут, кстати, было заклеено, я разорвала вот эту вот наклеечку. То есть такая вот она изогнутая, очень интересная. Вот запах, ну, обычный туши запах. Есть какая-то еле уловимая кислиночка, что-то такое есть. В общем, сейчас будем пробовать вместе с вами ее. Ребята, всем привет! Сегодня хочу сама лично, очень много хороших отзывов, но хочу сама лично попробовать вот такую тушь. Тушь Miss Curl, наша новая новинка, но это хорошо забытая старая новинка, да, то есть корпус у нас идет золотистый, а сам колпачок туши серебристый. Артикул 567-61, вот такая вот красоточка. Кисточка у нас силиконовая, такая вот изогнутая, очень-очень интересная. Ну что ж, поехали! Первый раз держу эту тушь в руках, очень интересно. Да, ну, на первый раз она кладется очень скромным слоем. Можно сказать, просто покрасила реснички, да, если взять вот эти вот, а на них тени попадали, да, и мои. Ну что ж, посмотрим, что ж там дальше будет после высыхания. Вот что заметила, за счет того, что кисточка силиконовая и очень грубая, ей удобно прокрашивать межресничку. То есть я не люблю межресничку подводить, но все-таки люблю ее прокрасить потом в итоге тушью. То есть мне так больше удобно. Ну что я вам могу сказать? Тушь не объемная, на мой взгляд. Так, что же нам про нее обещают? Значит, нам обещают идеальное подкручивание, удлинение, веерный объем. С помощью кисточки такой, да, придает она заметный объем, восхитительную длину, делая взгляд более открытым и выразительным. Дальше, значит, устойчивая текстура фиксирует изгиб ресниц на весь день. Анатомическая силиконовая щеточка повторяет форму глаза и поднимает ресницы от корней. Итальянская формула, и она, получается, протестирована и одобрена офтальмологами и дерматологами. Ну вот смотрите, вот сейчас я нанесла, она у меня подсохла, и я начала наносить второй раз. Ну, могу сказать, что тушь нормальная. Объем на второй слой уже кладется. Он уже есть. Длина тоже появилась. Ну, обычная тушь, я бы так выразилась. Не могу сказать, что она прям супер крутая. Ну, и не могу сказать, что она там какая-то плохая. Просто, ну да, хорошая тушь. И все мы с вами знаем, что когда первый раз тушь открываешь, начинаешь ей краситься, она, ну, не такая клевая, как, например, на второй и на десятый раз. То есть ей тоже нужно шанс дать раскраситься. Ну, как бы пока я, мне кажется, что все-таки. Ну, как бы объем есть, да, вот они, мои реснички, красотки. Вот реснички Miss Curl. Ну, как бы, да, хорошая тушь. Можно заказывать. Я бы сказала, что даже очень даже великолепно, да, то есть, ну, разница есть большая, да, вот смотрим так и смотрим так, да, то есть разница, конечно, небывалая. Но все-таки больше всего мне нравится тушь Next Level. Пока ей равных еще Faberlic не выпустил. Обалденная тушь 55-378. Я бы сделала ее даже в два раза дороже за ее качество, за ее офигенские крутые качества, прошу прощения за сленг. Вот эта тушь, она реально круче. Не знаю,
Вот смотрите, вроде бы тут и красивее, и все, но вот эта красотка, она со мной всегда, на все мероприятия, она со мной всегда, на все поездки. Сейчас попробую еще, подсохло третий слой нанести, но третий слой уже нет, ребят, третий слой уже некуда, она уже будет комковаться, наверное. Угу. Все же, вот тушью Next Level я это делаю с первого раза, вот серьезно. Не нужно ничего ждать, поэтому хорошая тушь, израсходую с превеликим удовольствием, но останусь верна своей Next Level любимице. Кстати, очень крутой объем удлинения дает тушь It's Clear. Мне она тоже безумно-безумно понравилась. 58-75 артикул. Вот эта тушь тоже очень бомбовая. Вот я сейчас этой Miss Curl пыталась накраситься. Слой второй и третий, у меня ничего не получается. Вот смотрите, вуаля. Я начинаю подкрашивать. И у меня сразу же появляются ресницы. О, видите, сразу, мгновенно. Ну, на камеру, конечно, не так хорошо видно. А вот вживую я просто Miss Curl красила-красила. Да, эффекта можно добиться клевого. Да, он действительно подвивает, реснички ставит и не стоят. Но это долго. А тут раз-два и все. И эффект есть. Вот в чем проблема у туши Miss Curl. Это для тех, кто любит долго краситься. Я люблю раз-два и пошел. И она удлиняет отлично. То есть сделать точно такие же ресницы, как и тут, это надо тоже накрасил, подождал, пока высохнет, минуту-две, потом опять накрасил, опять подождал, накрасил, подождал. Ну, это не мое, если честно. Очень меня покорила вот эта штука. Густущая, пенится обалденно. Аромат яркий и на руках, и, конечно же, в интимной зоне держится очень долго. Это гель для интимной гигиены, тоже с ароматом кварца. Артикул 3372. Он до такой степени густой. Вот давайте с вами проведем эксперимент, когда он опустится. Видите? Он не опускается вообще. То есть он очень густой, густой, перегустой прямо. Он не капнет. Я долго жду, но он не капнет, понимаете? Вот представляете, какая классная штука. Сейчас я поверну и покажу вам его. Вот он. Видите, какая густота. Он, если и течет, то супер-мега медленно. Это, конечно же, очень экономично, во-первых. Во-вторых, ну, это очень даже хорошо пенится. Вот, смотрите, вроде бы что-то собрался течь. Ну, просто невероятно супер. Мне очень-очень понравилось. Еще хочу вам показать, что я буду дарить Викиным мужчинам на 23-е. Да, у нее есть и тренер, и по физкультуре, и так далее. В общем, у Вики трое преподавателей мужчин. Я им сразу приготовила набор, я посмотрела, все есть в наличии. И мне не очень-то хочется потом брать тогда, когда берут все и все сметают с витрин. Я взяла спокойненько, значит, вот три таких наборчика, чтобы потом не выцеплять одинаково. Да, поняли? Тут у нас идет, во-первых, вот такая красота, но лот номер один с артикулом 0545, это лосьон после бритья. Яркий, сладкий, классный, чувственный, приятный мужской аромат. Но он сладкий, такой, знаете, в меру, не как, например, Юдашки, но такой свежая озоновая сладость, мне она очень нравится, хотя я не любитель сладких ароматов. Дальше, такой вот клевый дезодорантик шариковый, мне тоже очень понравился, с артикулом 0539, тоже очень приятный, именно дезодорант антиперспирант. Ну, открывать я, понятно, не буду. Это у нас гель для душа с артикулом 0528. Он превосходно очищает кожу, насыщает кожу необходимой влагой, сохраняя ощущение увлажненности и свежести прямо на весь день. Восстанавливает силы, придает заряд бодрости, но это связано с ароматом, да, и подходит для ежедневного ухода. 0528. Вот такая красота. Потом вот такой вот шампунь для всех типов волос с артикулом 0536. Тоже идет классная на него аннотация, что он укрепляет волосы и так далее. То есть тоже классный шампунь. Дальше такой вот спрей-дезодорант, который антиперспирант, но он такой, знаете, облегченный. Он не защищает так от пота, например, как вот этот шариковый. С артикулом 0507 можно сказать, что это спрей, который вторит аромату парфюмерной воды. Так, кстати, а вода-то какая? А, туалетная. Туалетная вода. Идет 100 мл, такая большая, тяжеленькая, тоже очень классно. Мне нравится дарить вот прям такие полные наборы. И, конечно же, пена для бритья. Пена для бритья, артикул 0533. Классные пены, хорошие. Поэтому я все это дело заказала. И сейчас отдам Викуськиным воспитателям. Пусть они вот эти подарочки передадут. И воспитатели Викины порадуются. Пока три. Мальчикам еще ничего не готовили. Дальше.
убрала коробки, представляете, и вспомнила, что у меня еще заказано вот такое вот нижнее белье. Размер XL, 369 рублей, это я заказала по 70% скидке. И что-то они у меня как-то валяются очень давно. Я все забываю их отснять, потому что мы пришли в маленьком пакетике отдельно. Посмотрите, какая красота. Да, то есть вот они реально симпатичные. Это еще флоранж. Я посмотрела, мне очень понравились. Такие простенькие, с одной стороны хорошенькие. С другой стороны такой вот приятный узорчик. Они тут идут такие двойные. Кружево очень такое нежное, но качественное. То есть, ну, не порвется оно даже при машинной стирке. То есть такая вот красота. Мне прям понравилось, поэтому я заказала их на сайте, вот откопала, хорошенькие. Ну и, конечно, я заказала футболки. Вот такая вот партия мне пришла, здоровенная футболок. Но они у меня все идут белые, вот с таким вот сердцем. К сожалению, больше ничего на сайте не было. Я сейчас и остальные заказала, но они тоже упали в автозаказ. Так, сейчас у меня в руке футболка XS. XS, да, то есть самый маленький размер, артикул 870-549, это я хочу попробовать одному человечку в подарочек, тоже классная, и я вижу, что она ей подойдет, то есть такая хорошенькая футболочка XS, и вы знаете, она не чисто белая, она такая, знаете, молочная, что ли, вот если ее сравнить с белым цветом, то, видите, разница идет большая, то есть она такая с желтиночкой немножечко, вот такая вот красота. Да, получается, с таким вот сердечком. Это еще точь-точь такая же футболка, только она тоже XS идет размер. И тут в этой футболке тоже в подарочек, я не буду, да, ее уже открывать, вы поняли, да, обычные прямые, хорошие, с рисунком футболочки. Тоже с одним с таким вот сердечком, артикул 870-555. Если она захочет, она это снимет на видео. Ну и пошли большие футболки на меня, XL. Эту я, конечно же, открою. Кстати, очень хорошие такие пакетики, зиповые, отличные просто. Сейчас не приходится вещи рвать, пакет рвать. Да, то есть хорошенькие такие. Ну, она такая, да, желтенькая получается, не белая. Мое мнение, что она прям желтит. Такая вот желтенькая. И вот такой вот маленький тут, маленькое сердечко. Ну, классно так утонченно, хорошо. Довольно таки длинная, хорошенькая. На самом деле все сшито хорошо, без всяких разрезов по бокам. Все прошито несколько раз. Хорошо, давайте антирастяжку посмотрим. А, антирастяжки нету. Ну, конечно, вот это вот под вопросом. Ну, посмотрим. Пока ничего сказать не могу, пока не носила, не стирала. То есть тут такая, видите, как что-то типа резиночки вставлено. Вот, видите, тут она намного мягче и приятнее, чем даже сама футболка. Это резиночка, ну и обычный рукав. То есть такая хорошенькая. Мне пришла такая вот красотка. Классная и клевая. Это подушка от Faberlic. Давайте же ее рассматривать поближе. Значит, она идет как экологически чистое волокно нового поколения. Обязательно, значит, легкое, приятное на ощупь. Быстро принимает оптимальную форму, не слеживается, не вызывает аллергии. Предотвращает появление пылевых клещей и грибков. Обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Легко стирается, быстро сохнет, сохраняя свои первоначальные свойства. Подушка повторяет форму головы и шеи, изменяя форму согласно вашим движениям. Но, ребята, она идет размером 50×70×20. Она идет именно мягкая. Артикул 117-21. Вообще история покупки этой подушки такова. Да, она очень смешная. Почему? Потому что у меня бывает ночуют гости, и эти гости, как бы вам сказать, спрашивают: Ань, а что у тебя кроме подушек из лузги, гречихи, больше вообще ничего нету, что ли? Мы не хотим спать на лузге, да? То есть, ну, не все, правда, не все любят. Вот, видите, она как надулась сразу же. Но она очень мягкая такая вот, да? Я бы, наверное, на такой спала вот так, чтобы поперек. То есть, такая вот мягонькая, хорошенькая. Вот она совсем-совсем надулась. Такая вот красоточка получается. Такая вот клевая подушечка. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Акунинова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Рада была быть вам полезной.